три гетера вот там танцуют. По плечу мне бас, блядь. Серег, доброе утро, Серег. Как твои дела? Это ваши, блядь. Не нас будешь никого. Что-то нас каждым днем все меньше и меньше. Пятнашка, блядь, один тут разогнался. Она будет хуярить, блядь. А это хуй забыл. Садись! Сколько сейчас? Где-то 7.10, да? 7.13. Сейчас по поле опять 140. Да-да, войдите. Что-то все не хочет показывать. Это мотор, что ли, сейчас? Здорово, Санёк. Балк спускается, меня грузит, я говорю, будет. Короче. Ты не хотел на ногу кинуть? Это с собой кирпич принес? Ага, с собой мечту хап по ноге не кинул. Давай в день еще. Как вот, я не знаю, как можно быть. Макташку Макову вчера мне уронил. Я сижу, чищу вчера. Три детеря вот там танцуют. По плечу мне бас, блядь, за правду. Че ты там вякал, да, нахрен? Сверх такой, я тебя не убил, ты извини меня. Ну че, Санёк? Блядь, не сдал. Ну как тебе? Охуенно. Потом расскажешь. Вот так вот начинается утро. Поют птички. Собираемся в поле потихонечку. Готовимся. А почему, кстати, это Козловский лес? Потому что тут козлы. Что в Наумове, что тут Гаврил Собович. Как и говорили в ТикТоке, что тут козлы одни, блядь. Хуй её знает, что тут Козловский. Не затарено. Пришли, полетели по своим делам. Вот там нам привезли обед. Сейчас перекус будет. Хорошенький. Первое, второе, третье. И опять бой. Чаёк. Разъезжаемся, переезжаем на другое поле. Пылище, конечно, поднялось, пипец. С этой стороны пыль, а с другой стороны чистота. Thank you.
жесткий цеп мой отправили в чучку, который я продавал. Я на нем отсюда вот, через Кружкину, блядь. Весь лес покосил нахуй, пока переехали. Метрок за мной сзади ехал со своим потом. А когда вот такие пошли, у меня крылья вот так вот, раз по деревьям, бук, бук, блядь. Объясни, что это за сигналы? Это полоски, которые навигации считывают. Так. Что рядом они, короче. А вот этот вот звук? Это мимо проехал у нее. Типа ошибку. Понятно. Ну я сейчас по навигатору не иду. То есть ее не надо. Чтобы это не пищало на нервах людей. Можно ее отключить. Понятно. В общем, ребят, ситуация такая. Сейчас селки поедут вот оттуда по короткой дороге к тому полю. Называется короткая дорога. Веримся. Виталик, короче, отбил маршрут. Вот. Я у него взял координаты. Сейчас мы эти координаты будем забивать, чтобы нам ходить по такой же траектории, как Виталик ходит. Выбираем широту, долготу. Выбираем широта. Забиваем широту. Широта у нас 54 точка. Принимаем. Теперь надо долготу. Долгота у нас 40 точка. Принимаем. Все, принимаем. Вот. Теперь требуется направление. Направление у нас 314. Принимаем. Все. У нас маршрут построен. Включаем авто. Все включилось. Можем начинать сеять. Как думаешь, додумается он? Сигнали, сигнали, моргаю, моргаю. Похуй, ни один, ни второй не слышит никогда. Хотелось подтолкнуть его, блядь, противовесу. Он моргает, я к нему подъезжать, заправлять полз, нахуй. А тут пока ты моргал, ну, я его пока уморгал. Ну, как раз ты уехал, Виталик, проехал. Как раз мне до встречи, прям подъехал и встал, нахуй. Заебись, блядь, я вошу, это куда, блядь, я буду. Будем сеять, вставать насеянные, где мы прошли. Чтобы не мешаться друг другу. Все, поехали домой со смены. Вот такой прекрасный закат. Не работает. Наконец-то мы выехали на нормальную дорогу. А вон там вон легендарные два трактора. Это утро следующего дня. Прошелся небольшой дождик ночью. Одна грязь. Летим на смену.
1800. До обеда теперь простой будет, скорее всего. Назад, вперед, поедем. Все, передние колеса заблокировались. Налипает. Вон там он стоит техника. Сейчас вот вопрос назревает в том, как КамАЗ поедет обратно. Потому что у него масса поболее. Там по полю пройдешь, где мешки. Увидишь, вторая перчатка. Я начал выходить с КамАЗа, блядь, оно у меня выпало, а я потом только заметил. Ты даешь. Петрович, смотри, как роет. Сейчас день встанет, блядь. Какого уже приехал? Приехал. Все хорош. Стрел. Какого пустой не проехал? Роман, толкай ехай. Я вот чтобы на углу толкать. Не, ну он все, он встал. Он уже все. Бесполезно. Какая-нибудь лепешка прилетит в лицо. Смотри, он ползет потихоньку все равно, да? Но тяжко, тяжко. Я сейчас до дороги доползу, как на месте стоит. Ладно, как я тебе позвоню. Сейчас звонит. Все, Серег, спасибо, я дополз. Я уже сосед проводил. Да говорит, ладно, не за что, говорит. Да, все, я на асфальте сдавал. Спасибо, пожалуйста. А он мне спасибо сказал. Серега, смотри, все, Серега, доехал, спасибо. А ты его куда провожал? Я его совет угорнал, а он дальше сам. Стас, ты что там это, стоял под колесом, что ли, снимал? Да, да блин, меня так грязи немножко там офигачило. Я... Не дай бог я не увижу кабину в таких ботинках. Это все теперь. Вот пустый нахуй. Ну что? Твердый, ну как бы, твердый. Примешь меня такого? Нахуй ты мне нужен, перепал через ботинки. Давай, не зря что ли?